В начале данного видеоролика хочу всем продолжить замечательный канал под названием Bast107. Парень снимает Майнкрафт, также иногда снимает влоги, также у него довольно-таки часто проходят стримы. Это начинающий канал по Майнкрафту, поэтому кому не сложно, переходите и подписывайтесь. Ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, я вам расскажу топ-3 вещи в Блокстрайке, в которых нас обманывают. Я довольно-таки долго думал, стоит ли выкладывать подобный видеоролик на мой канал, но, ребята, к сожалению, у меня накипело, и сегодня мой шар терпения просто лопнул. Я не могу закрывать на это глаза. Ну а если вы со мной согласны, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. И первая причина, почему нас обманывают, это, ребята, техподдержка. Она вроде бы есть, но в то же время ее нету. Сразу же, ребята, конкретный пример. У нас есть группа ВК, ну, Blockstrike, вы все ее знаете, это Rexit Studio. Это группа создателей Blockstrike. Мы, ребята, в нее переходим. Дальше мы видим тему в обсуждениях под названием «Ошибки и баги». Мы в нее переходим, и, ребята, вы только посмотрите, как же тут много различных сообщений, в которых пишут. Вот парень пишет: «У меня пропал нож из кейса за 100 золотых монет. Помогите, пожалуйста». Дальше, второй парень пишет: «У меня выпал секретный нож, но его нет, верните, пожалуйста». Дальше парень пишет: «Я нафармил 200 киллов, меня выкинуло, и тоже не дали опыт. Я прекрасно понимаю, что очень много фулда, я прекрасно понимаю, что очень много кто пишет не по теме. Но, ребята, в то же время разве так тяжело нанять модера, который бы все следил, который бы все фильтровал, платить ему каких-то 10 тысяч рублей в месяц, но в то же время, чтобы он следил за группой ВК? Ребята, это просто безответственно. Конкретный пример, еще один. Недавно Анетка задонатила Blockstrike. То есть она отправила платеж, отправила там около 40 гривен, и в итоге ей просто не пришли монеты на счет. Она у меня спрашивает: «Слушай, Илья, а что же мне делать?» А я такой: «Не знаю, техподдержки просто нету, всем все равно». Второй обман – это когда вы покупаете донат, то у вас пропадает реклама. К сожалению, ребята, это все ложь, потому что все это проверил я лично, я делал 2 раза донат, то есть 2 раза донатил, но, к сожалению, реклама как была, так и осталась. Я вам скажу даже более, у половины всех донатеров реклама все равно есть, и всем все равно, реклама есть и есть, потому что написали, что если сделаешь покупку, то пропадет реклама. Нет, ребята, реклама никуда не пропадает. И третий пункт в нашем списке – это, ребята, обновление. Обновления — это хорошо, все мы их любим, но, как по мне, это немножко обидно, когда нас так вот обманывают, добавляют вкладку кланы, но кланов самих нет. Я до сих пор не могу понять, для меня это остается загадкой, зачем надо добавлять кланы, если вы их просто не добавляете. Я ни в коем случае не хочу упрекать команду Rexit Studio, вы большие молодцы, то что вы делаете хотя бы что-то. Но я скажу так, как я вижу это лично я. Возможно, буду неправ, но все же. Игра вышла 4 декабря. И, ребята, буквально спустя 2 недели после выхода этой игры добавили больше 25 скинов, добавили много разных режимов, добавили много разных оружий, добавили аух, добавили спринтфилд, пофиксили много разных багов. Это, ребята, буквально за 2 недели, а вести чертовые кланы — это занимает полгода. Это, ребята, вообще правильно? Вот как вы считаете? Это все, что я листаю, это еще не прошло 2 недели. Вот просто смотрите, как много всего они вводят. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог. Я этот видеоролик создал с целью того, чтобы вы посмотрели на себя со стороны. Это я говорю именно создателям Blockstrike. То есть я не хотел вас обосрать. Я не хотел просто сказать, мол, игра дерьмо и так далее. Нет, ребята, я так не считаю, потому что я внутри всего этого. Я тоже являюсь частью комьюнити Blockstrike. И поэтому, ребята, я просто сказал свое мнение, и, возможно, вы к нему прислушаетесь, и тогда будет очень-очень круто. Надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваше понимание. Ну что ж, а вы, мои уважаемые подписчики, спасибо вам за просмотр данного видеоролика. Если вы со мной согласны, то, пожалуйста, поставьте лайк. Также подпишитесь на мой канал. Ну что ж, а с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.